Здоровенькі були люди добрі, ви на каналі Ірина Бардан, не бой зі мною. Забираем мою машинку, поломалась, походу у него накрылся фильтр, death filter. У меня уже такая проблема была, они сумели компьютером байпас сделать, а в этот раз не смогли, короче, тянут к дилеру. Машина заводится, но через 194 секунды она погашает, сразу заглушается. Трейлер он будет тянуть через какое-то время. Он сказал, сначала машину затянет, потому что у него трак. Он не хочет тянуть и машину, и трейлер вместе. Ну, он такой старенький этот towing. Я с ним еду в Greenville, South Carolina. Это куда они затягивают. Дилеру, потом уже там буду снимать отель какой-то, компания все оплачивает, как обычно, это не моя вина, то есть, ну, что случилось, случилось, да, машины ломаются, так что заморочка моего выходного этого, так все хорошо начиналось в пятницу, и бум-бум-бум, поломались в воскресенье, я вчера не смогла уехать, доставить груз, у меня два груза в траке, в трейлере, то есть. Я не смогла ничего доставить сегодня утром, потому что сломались. Вот так бывает на дорогах жизни, да? Незапланированные какие-то катавасии, незапланированные какие-то делишки, да, что-то случается. И все. Забирает мою махиненцию на ремонт. Мне это не очень нравится, конечно, что так случилось, но ничего не поделать, это дальнобой. Кажется, новые траки, кажется, они должны гонять и гонять, но это не так. Сейчас вот так вот подцепливают. Мой трак мой. Я на Lost Track Stop. Вчера вечером поехала, потому что очень жарко стало, машина не перестала заводиться. Оно перегревает двигателем, и двигатель не хочет заводиться. Но в Каролине очень большая жара вчера была. Здесь, где я нахожусь. И в траке просто невыносимо без кондиционера, поэтому поехала и остановилась в отеле на ночь. Взяла Uber. И отдыхала в отеле, сегодня утром приехала, опять взяла Uber, вернулась назад. Ну, короче, вот так вот, народ. Так что дальнобой, не всегда все гладко, не всегда все как хочется. И не всегда, как ты хотел бы запланировать. То есть планируешь одно, оно что-то получается вообще не то, что ты планировал. Все идет на подкосяк. Отцепливать будет так, там они еще отсоединяют, а передние колеса будет отсоединять. Все делается как надо, профессионально. Колеса зажимает там, оно все как надо.
отцепливает цепочки. И улетает мой трак к дилеру. Так что все случается. Иногда не в пользу водилы, да? Теряется день, теряется время. Еще когда ты дома близко, ты можешь просто поехать домой и отдыхать дома, да, пока ремонтирует трак. А у меня получается, стоя на дороге и вообще... Я не люблю эти отели, вот останавливаться, отдыхать там. Ну ладно, это ж такое дело, да? Я же говорю, я стараюсь быть на оптимизме, на позитиве. Все, все бывает. В эту неделю все равно домой, по-любому. Вот так вот поднимают. Все. Зад подняли. Махинка работает. Картосик. Все. Так что, народ, все, погнали мы. Едем в соседнее село ремонтировать трак, а потом он заберет и трейлер. Всем добра и мира, дорогие. Будьте здоровы и будьте счастливы. Поменьше катавасий на дорогах жизни. Всем пока.